гардеробе современной женщины обязательно должны быть юбки, платья, блузы и теплые вещи для прохладной погоды. Повседневный стиль может быть простым и лаконичным, официально деловым и романтическим. Прекрасный наряд для женщин элегантного возраста – комбинезон белого цвета. Сейчас очень модно в тренде воланы, приталенный фасон, брюки к низу расклешенного кроя. Абсолютно разная обувь. Она может быть и черной, и белой, с каблуком и без. На первый взгляд, казалось бы, не каждой женщине подойдет такой наряд. Но обратите внимание, как он подчеркивает все достоинства Ирины. Очень женственный, легкий, воздушный, стильный, элегантный образ. Куда его можно надеть? Такой комбинезон можно надеть, в первую очередь, я считаю, в театр. На день рождения к друзьям, на юбилей к подруге. А если к этому наряду добавить милую соломенную шляпку, то тогда он замечательно подойдет для прогулки у моря, для катания на яхте, даже, возможно, для романтического свидания на лодочках. Обратите внимание, на Веронике представлен прекрасный модный лук. В данном сезоне очень актуальны яркие, пестрые принты, цветочные в сочетании с тропическими. В данном случае обратите на сочетание яркость красок. У нас представлены желтые, синие, немного зеленоватые, но в данном случае все теплые тона и оттенки. Прекрасно сочетается в этом образе обувь-слайды, который выполнен из желтой лаковой натуральной кожи. В этом образе у нас брюки скини, такой некий рваный вариант в районе коленок. Прекрасно подходят очки со стеклами синих оттенков в золотой оправе. Без дополнительных элементов образ не будет завершенным. Что расскажет цвет, необычайность моделей, обуви и сумок? Я порекомендовала добавить зелени для того, чтобы создать радужный образ, поскольку радуга всегда нам создает позитивное настроение. А вот еще один прекрасный образ. Для того, чтобы он стал игривым, я порекомендовала добавить такую милую маленькую сумочку и заменить обувь. Здорово, молодежи! Надел майку, шорты, топ. В общем, сидит все хорошо и идет абсолютно все. Очень интересным стильным и модным луком является данный образ, который представлен на Дарье. Это кардиган некого такого желтого оттенка из 100% хлопка, футболка из полиэстера и эластана, также белого оттенка, и стрейчевые белые шорты. А также такие необычные интересные эспадрильи. А для того, чтобы данный образ сделать таким неким ярким и сочным, я порекомендовала Дарье использовать фиолетовую сумку строгих очертаний и форм. Можно заменить эту сумку, например, данной сумкой мятных оттенков, декорированную платком, и у нас уже будет получен новый, не менее модный стильный образ. Пастельные тона мяты, светло-желтые и белые всегда в тренде. Также к этому образу очень хорошо гармонируют очки в белой оправе. Данный образ можно использовать как для пляжа, так и для прогулок по набережной. Образ для похода в кинотеатр. Обратите внимание, какой милый и нежный образ на Валерии. Прекрасные пастельные тона мяты. Кардиган из хлопка и акрила. Милая шляпка. В белых тонах представлена футболка и шорты. Шорты очень удобные и практичные из белого стрейча. И обратите внимание на то, как декор добавил гармонии к образу. Эти милые три пуговицы, которые прекрасно сочетаются с пуговицами на шортах. Марин, тем не менее, изначально это был не комплект. Да, конечно, это абсолютно не комплект. Все вещи мы подбирали по отдельности. Хотя теперь они смотрятся поистине комплектом. И для того, чтобы образ был завершенным, я предлагаю добавить ментоловую сумку, декорированную платком в неких таких морских принтах. Марина, чем удивит мир брюк? В данном сезоне законодатели моды очень нас порадовали и представили разные фасоны и расцветки брюк. Вот в данном случае представлены брюки скини, неких таких голубоватых оттенков с потертостями. Также очень актуальны некие такие сказочные принты и подтяжки. Поскольку очень актуальна гламур в данном сезоне, то в данном случае мы видим брюки, украшенные стразами и бусинками.
Ну, даже я бы сказала жемчугом. Опять же, с потертостями. Вот такой тоже стильный, модный образ. Довольно спортивный и в то же время подходит для какой-то обычной повседневной обстановки. Рубашка таких неких бело-голубых оттенков классического кроя. Топ на бретелях, что довольно сейчас актуально, стильно и модно. И брюки скинни из джинсы стрейча. Также этот образ я рекомендую дополнить брогами, или как их еще называют, оксфорды, в сине-красно-коричнево оттенках и тонах. Мариш, но ведь в них жарко летом ходить. Ну почему же? Они из натуральной кожи, поэтому в них нога дышит. Хотя уже является давно неактуальным подбирать однотонные, например, обувь в один тон с поясом, но в то же время я рекомендую учитывать хотя бы какой-то один цвет или элемент пояса, который бы гармонировал, например, с обувью. В данном случае это коричневый цвет. А есть что-нибудь такое отличительное, чего в других сезонах абсолютно не было? Да, например, вот на этих брюках мы видим, возможно, даже на первый взгляд некую дисгармонию, но на самом деле они довольно гармоничны, поскольку бирюзовый цвет с малиновым очень сочетаются. Обратите внимание на то, что идут такие необычные принты с люрексом, как квадраты и буквы. У нас представлены брюки бойфренды и длина 7/8, что очень актуально в данном сезоне. Марин, смотрите, какой интересный вариант я нашла. Что расскажете об этой модели? Да, действительно, очень стильный, гламурный, просто потрясающий вариант. На самом деле тоже длина получается брюк 7/8. Очень модно в данном тренде украшение, декорирование брюк пайетками. Обратите внимание, как гармонично сочетаются оттенки и цвета. Представлено даже золото с серебром. Вот, но в то же время розовый с голубым, холодные оттенки прекрасно, гармонично сочетаются в данных брюках. Очень модно сейчас и актуально это некие порванности. Скромный вариант сзади и очень пестрый впереди. Чем интересен этот наряд? Данный образ интересен тем, что мы видим здесь цвет милитари, а также видим радугу цветов и голубой, и зеленый, и розовый, и красный. Все это дополняет гармонично образ. Также к этому образу прекрасно смотрятся брюки скини и кроссовки. Как вы думаете, куда наденет молодежь? Этот образ настолько гармоничен, что его можно на самом деле одеть куда угодно. И будь то кинотеатр, и будь то прогулка с друзьями, да, я не знаю, тот же боулинг, бильярд, да, пожалуйста, одевайте его куда угодно. Под винтажем в моде и дизайне обычно подразумевают оригинальную вещь предыдущего поколения, то есть не моложе 30 лет, в которой четко прослеживается пик моды и пик стиля времен ее создания. В нашем случае это конец 20 века. Актуальным трендом весна-лето 2016 является винтажный стиль. В данном случае у нас юбка, которая имеет в составе полиамид. Юбка у нас двуслойная. Сверху она имеет трафарет, что очень модно, стильно, актуально в данном сезоне. И имеет некий такой подъюбник, через который прекрасно просвечиваются шикарные ноги модели. В данном случае юбка является многослойной, что придает такой некой пикантности данной вещи. Блуза модели актуального белого цвета, в состав которой входит вискоза и эластан. Для того, чтобы создать некий такой образ для похода в театр, я предложила Дарье украсить ее образ ожерельем. Полос может быть как распущенным, так и поднят какую-то некую такую оригинальную вечернюю прическу. В данном сезоне, весна-лето 2016, законодатели моды порадовали нас и предложили разнообразные принты на спортивных кофтах и брюках. В данном случае представлен винтажный стиль. Очень интересные фасоны обуви. Представлены слипоны и новомодный оттенок трендовый перламутр. Касательно спортивных костюмов, представлены такие тенденции, что спортивные штаны бананы и кофты идут более классической формы. И если касательно оттенков, то от светло-серого до классического черного цвета.
Марина, вот такой костюм, мне кажется, для спорта носить жалко, но где его вообще применить? Куда? На самом деле данный лук подходит как для спортзала, так он подходит и для прогулок, например, на набережную моря. Обратите внимание также на состав данного спортивного костюма. Здесь представлены нитки полиэстера, эластана и лайкры. Например, для прогулок у моря очень хорошо подходит, поскольку тело как бы дышит в этом костюме, да, и также само для спорта актуален и хорош. А вот еще один вариант спортивного костюма. Данный вариант представлен уже гаммой черный с белым. Поскольку девушка у нас достаточно стройная, то я предлагаю верх сделать вставками сбоку белого цвета. Они немножко как бы расширят верхнюю ее часть. Штаны же у нас представлены более фасон скини, и также актуально белые полоски немножко расширяют нижнюю часть. Здесь состав хлопок, полиэстер и эластан. Он является более теплым, в отличие от предыдущего. Вот. И в то же время достаточно комфортным, потому что много натуральных нитей. Можно еще составить таким образом, что вместо брюк одеть юбку. Это уже будет некий другой лук, но тем не менее, стильный и модный. Очень интересный костюм для женщин более старшего возраста, или, как мы его называем, элегантного возраста. Такая вот спортивная куртка, которую можно также использовать и в повседневном образе. И вот такие интересные элегантные брюки свободного кроя, декорированные сверху тканью, таким интересным элементом, сведенному к углу, а также золотой молнией и камнями. Но данный костюм я бы очень не рекомендовала носить женщинам цветотипа лето, поскольку женщины данного цветотипа просто сольются с данным костюмом, и он будет придавать такой некий зеленый оттенок кожи лица. Но тем не менее, данный костюм прекрасно подойдет женщинам цветотипа осень-весна. А в данном случае, напротив, он будет прекрасно подчеркивать их цвет кожи и абсолютно не будет их бледнить. Французский кутюрье Ив Сен-Лоран полагал, для того, чтобы женщина была красива, ей необходимо иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит. И был абсолютно прав. И кажется, хватает для зимы универсального черного цвета, но летом бывают ситуации, когда необходимо выглядеть строго гламурно. Марина, что в этом случае посоветуете надеть? Я советую надеть платье, а силуэта, декорированная бахромой, с таким прекрасным ожерельем. Также можно надеть черное платье в пол, приталенное, либо расклешенное, и, возможно, декорированное камнями, стразами и пайетками, что сейчас очень актуально в данном сезоне. Показывает практика, выглядеть стильно можно в любом возрасте и с любой комплекцией. Главное, не бездумно покупать вещи всех известных брендов. Кстати, не стоит покупать и множество вещей. Достаточно минимума, который вы легко и умело будете сочетать между собой. Выбирайте, наслаждайтесь, комбинируйте и изобретайте свой индивидуальный стиль.